Привет, меня зовут Надя, хочу вам рассказать о интерфейсах. Вот. О чем вы хотите больше услышать? О интерфейсах цифровых или о том, что нас окружает, о бытовых интерфейсах? Окружает. Бытовых, хорошо. Вот. Начнем с того, что вообще интерфейс такое. Есть много определений, но я хочу сказать короткое, более понятное для людей, что интерфейс — это взаимодействие какого-то предмета с человеком, средство взаимодействия там, системы какой-либо, предмета, там, стула, комнаты, помещения с человеком. Вот. И человеку очень важно, критерий создания интерфейса, да и вообще интерфейса, потому что все интерфейсы, они направлены на то, чтобы быть понятными и удобными человеку. Вот. Давайте посмотрим на то, какие интерфейсы нас окружают вообще в бытовой жизни. Вот, к примеру. Простите, я просто никогда не рассказывала лекцию, и я немного сбиваюсь. Вот, к примеру, ложка, которая соединена с ножом. Это очень удобно в походах. Это тоже некий интерфейс. Очень неудачный интерфейс. Это пакет для конверт для компакт-дисков, который не продуман, потому что через несколько использований он становится непригодным. Рвется, пачкается. Вот. Есть удобные интерфейсы, например, пластиковые контейнеры, в которых... из-за того, что они очень тонкие, мы, люди, очень чувствуем горячую пищу внутри. И для этого были придуманы вот такие ушка с дырочками, которые вставляются туда, и мы легко можем открывать их и держать, собственно, за них. Не знаю. Вот. Некоторые интерфейсы... Еще что. Консервная банка, которую раньше там можно было любыми средствами открывать, а сейчас придумали, тянешь за крышечку, и она открывается. В Макдональдсе, когда есть крышечка для чашки, стакана, и когда работники в час пик там пытаются найти, кому что отдать, очень удобно, когда они нажимают на ячейку, которая отвечает за напиток какой-то, и быстро ориентируется, находит сразу же его. Вот. Про специи тоже интересно, что чаще всего на рынках там гора специй, какой-то овощ, фрукт, из которого эта специя сделана, сразу помогает навигацию улучшить, сразу человек понимает, что это за специя. Вот. Вообще все интерфейсы построены на нашем жизненном опыте. Мы растем, живем, набираемся какого-то опыта, привыкаем, что открыть двери, к примеру, открываем двери, и чаще всего, когда мы на сайтах смотрим там логин, пароль, очень часто бывают там дверцы, иконка дверцы. То есть мы переносим наш жизненный опыт на эти все интерфейсы. Вот. Но что же делает интерфейс полезным? К примеру, есть неполезные интерфейсы, например, как конверт для CD-дисков, и полезные, я даже не знаю, как... к примеру, ложка с ножом, которые очень полезны в путешествиях всяких, либо контейнеры для еды. У нас для каждого предмета, который создается, он создается из-за того, что у нас есть какие-то потребности к этому предмету. Допустим, сидеть, создается стул. И интерфейс — это то, как будет удобно человеку находиться на нем, что ли. То есть функция интерфейса должна соответствовать потребностям человека. Вот. Затем я хочу вам... я сказала о полезном интерфейсе. Вот про этапы проектирования интерфейса хочу поговорить. Я по образованию архитектор, и архитектурное проектирование очень похоже с IT и дизайн-проектированием предметов бытовых. Поэтому есть три этапа на проектирование. На первом этапе мы изучаем уже предметы, которые были созданы.
какие в них были ошибки, что можно улучшить. Затем мы продумываем пользовательский сценарий. Но это, скорее всего, вот эта схема, она больше подходит под интерфейсы программ и сайтов даже. Но, несмотря на это, в архитектуре точно такой же метод, в дизайне предметов тоже точно так же такими же методами проектируют какие-то предметы. Вот. Мы определяем проблемы, которые были допущены в предыдущих предметах. Вот. На основе этого всего анализа мы делаем концепцию этого предмета. Мы создаем зарисовки, какие-то эскизы этого предмета. Вот, и, собственно, разрабатываем его дизайн. А на последнем этапе мы тестируем его и делаем прототип. Ну, прототип сначала делаем, потом мы проверяем, насколько этот предмет решает наши задачи и проблемы, которые мы поставили в первом этапе. Вот. Если он не соответствует каким-то нашим задачам, мы снова возвращаемся на первый этап, там, анализируем, как можно было улучшить его, либо что-то исправить, и затем повторяем это все дальше. Вот. А теперь я хотела показать пример анализа из для крана с горячей и холодной водой. В тизере к моей лекции была картинка крана. Вот, собственно, хотела об этом сказать, что обычно, например, кран решает три задачи. Это напор воды, температуру, ну и гидравлический удар, это поскольку. Вот. Все мы знакомы с несколькими типами кранов. Вот. И на данной картинке можно увидеть, как, в принципе, они делятся в зависимости от ситуации. Вот так вот. И, не знаю, я, наверное, не вкладываюсь слишком мало. Что вкладываешь в ограничения? Ну и напоследок хотела показать вам очень странный интерфейс крана, в котором... Хорошо, что к нему рядом была инструкция, собственно. Это как джойстик, понимаешь? Вот. Нет, там по диагонали, вот так вот нужно для того, чтобы, допустим... Открыть горячее, это вправо или вверх. Ну да. То есть просто по горизонтали откроется тёплый. Да. Хотя нет, не может быть. Если бы было бы здесь... О, сразу забыла. Маленько подробнее. То есть, она подразумевает, будто мы пока ничего не делаем, течет приятная, тепленькая водичка, как я и хотел. А потом мы закрываем. Я начинаю трогать кран. Ну, может быть, он вот так вот... Нет, так тоже не подойдет. Ну да, да. Наклоняется. Значит, если мы нажимаем в сторону стены или сетки, или что это, пойдет горячая вода, правильно? Если вода шла, то она станет теплее. Может быть, она включается способом... А включается правее, судя по всему. Включается левее. Вот, хотела показать такой достаточно странный и неюзабильный. Как так издеваться? За что? А мы вернемся на предыдущий слайд? Нет, нет, ты не сможешь нам помочь. Егор? Егор! Нажми влево. У нас есть 5 видов кранов. Да, то есть, допустим, в нормальном кране мы можем температуру открыть кран горячий, все нормально, у нас пойдет горячая вода, открыть холодный, она станет теплее. Вот, напор, чем больше мы откручиваем, тем сильнее должен, по идее, становиться напор, ну и вымыть руки. В несбалансированном кране, в котором мы открываем, сразу же горячая течет, либо, там, не знаю, она очень быстро течет, но напор очень большой. У нас есть прям норвежский ад, кипяток, горный водопад в напоре. Вот. А когда два вентиля, очень мало возможностей удовлетворить задачи. Ну, вообще в санном туалете все понятно. Да, вообще в санном туалете, на самом деле, когда нечего крутить, это, по-моему, вот капелюзу.
Ты подошел, и тебе автоматически вода. Извини, когда его нужно крутить, это уже когда, когда ты помоешь руки после того, как ты покрутил кран. Как в общественном этом, как в поезде. Чтобы вода не переносилась с холодной воды. Сначала его крути, а потом помыть. Вот, в общем. Спасибо, Нали. Если у кого-то еще вопросы? Думаю, больше всего вопросов по этому поводу. Я не знаю, я его не проектировал. Ребята, там не написано, что течет вода. Там написано горячая, холодная, закрытая дверь. Это вообще не инструкция. Давайте придумаем полезный интерфейс. Давайте. Чего? Варианты? Где лучше разместить красную кнопку? Смотря какая цель, чтобы человек отказался, ну, смотря какой это интерфейс. Допустим, игровые интерфейсы, они отличаются от обычных. Если, допустим, приложение для пользователя, который четко должен зайти в это приложение, там, выполнить какую-то функцию, найти свою информацию и уйти, то, конечно же, она должна, ну вот, короче, есть просто ось взаимодействия. У тебя это слово, это да. Интересно про взаимодействие. К примеру, это у нас какой-то скрин или экран, либо страница. У нас есть какой-то текст в каком-то фрейме, не знаю. И все зависит от ситуации. Если обычно, ну, человек привык, что он читает вот это вот F-паттерн называется, штука. И человек привык, что вот здесь вот должна быть кнопка. Допустим, что мы не хотим, чтобы человек нажимал либо уходил с этого окна. Мы можем разместить ее либо здесь, либо вообще очень идеальный вариант. Да, разместить ее вообще подальше. То есть она не типовая, она не будет такая, как эта. А человек сразу же вот, ну, он ее не сразу заметит, но это некрасиво. Разработка интерфейса, чтобы посложнее с ним взаимодействовать. Да. Прям как с кранами. Как обычно на рекламе. Да. Это некрасиво. А может, вы знаете, есть вопрос, можно? Да. Вот про выключатели обычные, ну, иллюминации, я имею в виду. Вот в советские годы, да, было принято их располагать повыше. Вот причина вам неизвестна этого события? Я подходит? Даже нет. Нет? Честно говоря, а потом... может быть, я даже не знаю. Проводка, экономия там поверху вести. Несколько гипотез подряд, одна из которых состоит в том, что так как проводка шла по, если быть точным, по полу следующего этажа, то чем выше выключатель, тем меньше нам нужно проводов. Вторая концепция, чтобы дети не достали. А что изменилось сейчас в наши дни? Ну просто это удобнее с точки зрения того, что ты заходишь в комнату, ты хоп, рукой сразу и включил. Как вы думаете, какие есть минусы после создания, точнее, интерфейса? Потому что в любом новшестве все равно какие-то минусы для человечества. На вас. Зачем? Создавать то же самое, что уже было? Или нет, ну, допустим, мы создаем кран удобный. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, это плюс, нам легче там и так далее, да, мы сразу знаем напор и так далее, как включать. Но с другой стороны, как бы, человек перестает думать, что ли, я не знаю, ну, это на мой взгляд. Ну, не существует, в том-то дело, что на самом-то деле... Не всегда вот этот идеальный вариант с идеальным экраном везде применим. Вот, допустим, в общественных там местах просто ты поднес руки для того, чтобы оно взяло и начало. Для каждого места просто своя ситуация, свое решение находится. То есть нельзя придумать что-то вот, о, это подойдет во все, ну, ко всем ситуациям. Нет, в каждой ситуации есть просто условия какие-то, в которых эта ситуация находится. И нужно проектировать уже исходя из того, что мы видим вокруг. Насколько это нужно и актуально будет. Да. Скажите, а вы работаете с компьютерными, с программными интерфейсами, да? Можете объяснить, когда появилась система Windows 8, вот как одно из, ну, когда ее рекламировали, говорили, что она удобная, интуитивно понятная, и все такое. Но, допустим, когда я ее открыла, я вообще не сразу нашла обеспечить задачу, просто говоря, там, в общем, да, очень достаточно. Много всего странного, это не знаю, это как-то связано с украинской ментальностью, американцы там все понимают или... Ну, насколько я понимаю,
Она изначально была заточена чисто под мобильное устройство, потому что когда есть квадратик, на него проще тапать, чем на иконку. Вот. А вообще, ну, не знаю, мне тоже не сильно нравится на самом деле метродизайн. Ну, скорее всего, они просто хотели, честно говоря, не задумывалась, но... Ну, просто к нему стоит привыкнуть, это как вот у нас был офис один, потом появился офис, появился другой, да, кардинально, допустим, разный, там, если брать там десятый, там, и... Вот, соответственно, просто к одному нужно было просто привыкнуть, и ты понимаешь, когда ты уже к нему привык, действительно, ты его разобрал и понял, ты понимаешь, что он действительно удобен. Может, к этому, может, это имеется? Вот еще, да. А как быть в таких ситуациях, когда интерфейс затмевает сам предмет? Надо ли тогда упрощать интерфейс или наоборот? Ну, на самом деле, идеальный интерфейс – это тот, которого мы не замечаем. Но вот они сейчас такая тенденция, когда происходит наоборот, обращают внимание на то, чтобы интерфейс был как можно более заметен, и он вот... Ну, а что имеется в виду под более заметным? Ну, допустим, вот этот вот интересный краник, в нем, как я поняла, интерфейс интереснее, чем сама вода. Ну да. Но я не думаю, что это было сделано специально. Создатели интерфейса, должна ли они упрощать эту схему или наоборот оставить так? Честно говоря, я не знаю, не говорила с этими создателями. Они поставили себе вместе гибкостью. Да. Не хитро ли это просто квадратик получается? То есть позиция вреда создателя интерфейса для... Позиция вреда? Это многие не понимали, как можно пользоваться смесителем этим. Да, просто, ну да, дело действительно привычки и опыта человеческого, потому что мы пользуемся этим из нашего опыта. Но вообще надо, чтобы интерфейс упрощать и чтобы он был понятен, то есть так нельзя делать. Надо упрощать, да? Да, да. Тут спорный вопрос. Когда мы усложняем интерфейс, мы добавляем гибкости и новых возможностей. Допустим, большая часть программистов согласна с утверждением, что языки программирования – это удобный интерфейс оперирования данными. С другой стороны, они не являются простыми. Ну да. И они не являются наглядными, и этот кран достаточно прост относительно языков программирования. И более того, современные языки программирования в основном движутся к усложнению языка. Ну, потому что... Хотя это интерфейс доступа к данным, все просто. Они решают задачи, которые потом оказываются более упрощенными, да, визуально. Да, упрощение доступа к данным. Просто с другим путем. Да. Я лично согласен с Лемой, что интерфейсы всегда нужно упрощать. Интерфейсы всегда нужно делать более подходящими. Для задачи. Человека, да. Для, ну, цели, которые они преследуют, действительно. Вот, еще вопросы?